Как говорится, мой дом и моя крепость, и каждый из нас хочет видеть его красивым, комфортным и чистым. Поэтому главный запрос жителей Подмосковья – это капитальный ремонт в домах, говорит губернатор Андрей Воробьев. Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из своей квартиры – состояние подъезда и лестничной площадки, лифта. Неважно, какого года дом, он должен быть комфортным, безопасным и чистым. На это и направлена губернаторская программа капитального ремонта МКД. В нее вошло 44 тысячи домов, находящихся на территории Подмосковья. В нашем округе с 2014 года отремонтировали более 700 жилых строений. На днях завершают ремонтные работы в подъездах дома 21 в городке 17. Проводились покраска стен, перекладка плитки будет входной группы. Ремонт входной группы – это покраска фасада входной группы и ремонт козырька входной группы, чтобы не было протечек. Любые преобразования согласовываются с жителями. Именно они точно знают, что нужно улучшить, какими должны быть их подъезды. При ремонте подъездов делали протокол согласования цвета с жителем. Жители выбирали цвет, выбрали цвет, подрядчик покрасил. Существенную разницу в условиях проживания после капитального ремонта почувствовали и жители дома на Маковского, 10. Здесь был полностью обновлен и утеплен фасад, после чего в квартирах стало гораздо теплее. У нас были проблемы со швами, у нас подтекали швы, в холодные дни продувалось это все. Сейчас эта проблема решена. Эстетически, конечно, замечательно, но и функционально. Стало теплее. Угловые квартиры, вот мне в нашем подъезде конкретно люди жаловались на то, что вот им там дует, какие-то трещины. Сейчас этого нет, люди все вроде как довольны. Уже не такой холод в квартирах, вот, особенно зимой. Мониторинг состояния жилья постоянно ведет госжилинспекция. Они контролируют качество ремонта. Особое внимание уделяют проверке температурно-влажного режима в домах со скатными чердачными кровлями. В Одинцовском округе уже проверили 55 домов, и всего в одном были выявлены нарушения. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».